Ну вот я выхожу в город. Я позавтракала и пойду посмотрю этот прекрасный город. Вот в таком доме старинном я живу сейчас, в Пистое. В самом центре старого города. У меня ключи от всех дверей. Так вот открываю. Вот выхожу сразу на улицу. Вот возле церкви этот дом, где я живу. Вот тут вот по этому адресу Буэно Фанти называется улица, 28. С этой стороны, конечно, оживленное движение, но я живу, моя квартира находится во внутреннем дворике и полнейшая тишина. Слава Богу. Ни соседей, ни машин. Очень тихо. Открываю глаза, и передо мной старинные дома Тосканы. Вот это церковь святого Бартоломея. Тут где-то рядом школа, потому что вот на этой площади детишек много. Вот она церковь. Пьяца Сан Бартоломей. По-русски Бартоломей. Детишки курят. Молодцы. Хорошее начало жизни. Ну и вот здесь же рядом прямо этот старинный центр собором. Надо быть очень осторожно, потому что улочки узкие. Вот этот старинный собор Пистое, куда я сейчас и пойду. Это самый-самый центр города. Ну все, буэна джорно.